Привет, ребята. Давно не снимал видосы. Много пришло шмоток из Китая, из других стран. Что-то местное покупал в России. Итак, сегодня начнем снимать с флешек. Появилось две флешки 8,32 гига. Буду снимать их в одном обзоре. Они обе из 700 серии, с разным объемом, с разной скоростью. И обе USB 3. Итак, поехали. У нас Transcend. Две флешки USB 3. 700 серия, 8 гигабайт и 32. При этом у них разная скорость. У 8 гиговой 55 чтения, 5 записи. У 32 гиговой 70 чтения и 18 записи. Ну что ж, посмотрим на результат теста. Форматируем обе флешки. Форматируем долгим способом, не быстрым, снимаем галочку в обоих случаях. Одна уже отформатировалась. Чтобы при тесте он не форматировал каждый кластер, чтобы нам узнать максимальную скорость. Поэтому обязательно при проверках надо форматировать долгим способом. Вот у нас есть результаты 8-гиговой флешки. Итак, было у нее заявлено 55 на чтение и 8 на запись. Как мы видим, результат выше. Фирма оправдала ожидания. Ну что ж, теперь будем тестировать 32-гиговую. Повторю, у нее было заявлено 70 на 18. Вот у нас и есть результат 32-гиговой флешки. Результаты очень хорошие, выше заявленных. На этом, я думаю, тест можно заканчивать. Обе флешки показали себя с хорошей стороны. Итак, всем до свидания и пока.